Собираемся выезжать из Тбилиси. Пассажиры верхних полок еще продолжают отдыхать. А мама уже начинает складывать вещи. Собирать грязные, выдавать чистые. И все это сейчас будем запихивать в машину. Друзья, едем мы по Тбилиси. Пятый раз по кругу уже катаемся. Никак не можем выехать на трассу. Посмотрите, мост красивейший. Ой, на самом деле, смотрите, Хео вообще... Грузию вообще не знает. Не знает Грузию, да. Он нам говорит, разворачивайся, а нарисована двойная сплошная. Леша загрузил навигатор Maps.me. Он нам что-то рассказывает по-английски, но очень сильно тупит. То есть мы уже уехали, а он еще за километр едет. Давным-давно надо поворачивать, а он еще за не доехал километр до поворота. Поэтому мы здесь кружимся уже пятый раз вокруг, но вот зато вот такие красивые виды у нас открываются. В общем, у нас такая вынужденная, незапланированная экскурсия по Тбилиси. Вот они, эти кабинки, канатная дорога. Кстати, у них здесь тоже есть вот такой двухэтажный автобус, как в Болгарии. Сверху открытая, туристический, да, сверху открытая. А вот смотри, старый Тбилиси. А вот старый Тбилиси, вау, сюда мы не доехали. Так, стоп. Вот он, старый Тбилиси, полюбуйтесь. Красивенько. Блин, не сюда. Не сюда опять? Опять не сюда. Да что ж такое. Поедем по шестому кругу. Вау, прям как на картинке, друзья, посмотрите. Ну, слушайте, не зря мы заблудили. Да, дети, смотрите, как красиво. Все так колоритно. Что-то написано по-грузински. Это памятник королю Вахтангу Первому Гаргасалу, основателю Тбилиси. То есть мы ни в коем случае не расстраиваемся, а пытаемся совместить приятное с полезным. Вы знаете, очень-очень дружелюбный народ. Всегда подскажут. Даже если ты их не спрашиваешь, они просто мимо идут и что-то вдруг услышали, с чем-то вы там не можете разобраться, какие-то у вас вопросы, обязательно подскажут. Очень хорошие люди. Очень нам понравилась Грузия. И вот мужчина с удовольствием прям рассказывает Лёше дорогу. Сказали, да, вон там астафори, говорит. Налево сможешь развернуться. Вау, вон там, посмотрите. А каким навигатором они пользуются? Сказали, говорит, нет навигатора. Вау, посмотрите. Вот это мы удачно заблудились. Супер вообще виды. Вау, прям свисает со скалы, смотрите, построили гостиницу или дом. И прям вот смотрите, скала уже закончилась, вот это, да? А дом висит. Классно вообще, это как так? Не опасно ли вообще? А, пешеходный переход, посмотрите, как оригинально сделан. Аж глаз радуется смотреть на такой пешеходный переход. Россияне, земляки, вы не обижайтесь, но те вот стеклянные, замызганные, мутные пешеходные переходы, что у нас, в подметки не годятся тому, что мы сейчас проехали. Да? Люди добрые, люди улыбчивые, все хотят тебе помочь, даже если ты не просишь этой помощи. Вчера, помните, в магазине с сыром женщина, мы же у нее не просили помощи, она сама взялась нам помогать, да, подсказывать? Очень хорошие люди, мне нравятся. Прям болгары, берите пример с грузин. Очень гостеприимные, очень приветливые, очень приятные, и душа у них поет, и постоянно им хочется танцевать. И по улице, по центру города Тбилиси идешь, повсюду музыка, поют, играют на инструментах, танцуют. И, я не знаю, любят туристов, прям от души любят. Не просто вот от того, что мы приехали, и с нас надо денег содрать, а они прям от души нас любят, и это чувствуется.
Честно говоря, мы в Болгарию ездили сколько? 4 года подряд, да? 15, 16, 17, 18, да. Природа, погода и море. Вот. Но сами болгары туристов не любят. Вам запросто продавщица в магазине может сказать: уходи из моего магазина, мой товар не для тебя. Запросто. Мост живописный, посмотрите какой. В общем, вы любуетесь, да, красотами Тбилиси, а я вам буду параллельно... Короче, про Тбилиси рассказываю. Ну, сюда есть красоты всякой разной. Да, плохое не надо про болгар? Да, еще раз про них. А я бы рассказала. Не знаю, может быть, конечно, мы очень мало еще побыли в Грузии, но пока мне все нравится. Все, выезжаем уже? Да нет, да выезжаем еще долго. Мы вдоль реки едем. Мы уже не заблудились уже? Нет, мы уже в нужном направлении едем. Все, едем уже в нужном направлении. Пока отключаемся. Заблудились мы не зря. Посмотрели, зато поснимали старый Тбилиси. Друзья, мы выехали из Тбилиси. Проехали уже поворот на Мцхету. Решили ехать сразу в Батуми. Время уже 12:48. Жара, самый пик жары наступает. Утром было прохладно. Вот такие красивые виды. Вот и выехали мы из Тбилиси. Ранее очень полезно нам навигатор Хе в Тбилиси нам не помог. Сейчас мы едем по Maps.me. Самый адекватный навигатор по Грузии. Впереди у нас долгая дорога до Батуми. Нас ждут прекрасные горные пейзажи Грузии. По дороге мы заедем в Кутаиси, совсем немного побудем в этом городе и продолжим наше путешествие уже до нашего конечного пункта. Смотрите дальше наше видео, будет интересно. Так что будет еще много интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Будем держать вас в курсе событий. Рассказывать про интересные места. Да. Батуми 351 километр. Едем.